Здравствуйте, мужчины! В жизни каждого из нас есть свои 9,5 недель. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, является эпилогом названного периода. Левитанский Юрий Давидович. Замирая, следил, как огонь подступает к дровам, подбирал тебя так, как мотив подбирают к словам. Было жарко поленьем, и пламя гудело в печи. Было жарко рукам и коленям сплетаться в ночи. Ветка вереска, черная трубочка, синий дымок. Было жаркое пламя, хотел удержать, да не мог. Ах, мотивчик, шарманка, воробушек, желтый скворец. Упорхнул за окошко, и песенки нашей конец. Доиграла шарманка в печи, догорели дрова. Как трава на пожаре, остались от песни слова. Ни огня, ни пожара, молчит колокольная медь. А словам еще больно, словам еще хочется петь. Но у Рижского взморья все тише стучат поезда. В заметенном окне полуночная стынет звезда. Возле Рижского взморья, у кромки его берегов, опускается занавес белых январских снегов. Опускается занавес белый над сценой пустой, и уходят волковы за неверной своей звездой. Остывает залив, засыпает в заливе вода, и стоят холода, и стоят над землей холода. Всем спасибо!